السادس من أركان الإيمان. Шестой столб веры. الإيمان بالقضاء والقدر. Это вера в предопределение, قضاء وقدر. كيف نؤمن؟ Как мы должны верить в предопределение? نؤمن بمراتب أربعة. Мы должны верить в четыре уровня, в четыре этапа. المرتبة الأولى. Первый этап. العلم أن نؤمن أن الله عالم كل شيء سبحانه وتعالى. Это знание. То есть мы должны верить, что Аллах знает все. نعم. لا يخفى عليه شيء. Ничто не может скрыться от него. المرتبة الثانية. Второй уровень, второй этап. الكتابة بأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كل شيء مكتوب. Второй этап – это запись. То есть мы верим, что Аллах, Субхану Тааля, записал все судьбы творений, и ничто не забыто, ничто не упущено. Мактуб. Все это записано. Все записано. المرتبه الثالثه. Третий этап. Анта تقول الان بعد هذا الدرس اريد اذهب لصلاه الجمعه مثلا. Например, ты говоришь, после этого урока я хочу отправиться для совершения намаза джума опять. Ша Аллах, ан тадхаб, тадхаб. Если Аллах захочет, пожелает, ты пойдешь. Ша Аллах, алла тадхаб, валлахи ла йумкин ан тадхаб. Если Аллах пожелает, чтобы ты не пошел, ты не пойдешь. Наам. Аль-мартаба ар-рабиа. Четвертый этап. Аль-абд махлук. Человек, он сотворен. Ва а'маль аль-ибад калик махлука. И все деяния человека, они тоже сотворены. Мада асна? Что я должен делать? أؤمن بهذه المراتب الأربع. Я должен верить во все вот эти четыре этапа предопределения. أحسن الظن في الله بأن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة. Я должен хорошо думать об Аллахе, надеясь, что Аллах избрал меня для того, чтобы я был из обитателей рая. أدعو الله سبحانه وتعالى. Я должен взывать к Аллаху, просить его. أعمل بعمل أهل الجنة. И совершать деяния людей обитателей рая. أدعو الله أن يجنبني طريق أهل الشقاء. Должен совершать деяния и остерегаться деяний несчастных людей. Не должен совершать деяния обитателей ада. Я должен обязательно объединить знания, деяния и хорошее мнение о Всевышнем Аллахе.